феврале этого года вслед за продуктами значительно подорожали медикаменты. Рост цен на лекарственные препараты в среднем составил 5,7%. На медикаменты, входящие в список жизненно необходимых и важнейших, рост составил 4%. Ассортимент лекарственных препаратов в агидельских аптеках остался на прежнем уровне. Некоторые жизненно важные препараты, которые пропали из оборота, находятся на регистрации. Те аптеки, которые не предоставляют льготы, предлагают гибкую систему скидок. Максимальные разрывы в цене на одни и те же виды наиболее популярных лекарств составили от 5 до 50 рублей. Побольше, которые меньше, я-то точно не знаю, но лекарства я много беру. Много уходит так-то. И процентов 10 зарплаты уходит где-то. Я часто не хожу, только если вот дети заболеют. Редко так-то. От простуды покупаю. Но раз часто не хожу, я не заметила, что повысили цены. Да, по карточке скидочной покупаю все, со скидкой. Там инвалид первой группы, каждый раз покупать надо лекарства. Кошмар, непонятно, зачем так поднимается цена. Очень дорого вообще. Особенно какие лекарства? Ой, даже так-то не знаю, не могу сказать. Но мне кажется, все лекарства. Продуктов, да. А лекарств нет. Я пока нет. Не заметила их. Из-за нестабильности курса валют аптеки Горздрав заморозили цены на уровне ноября 2014 года и создали 6-месячный запас лекарств. В связи с ростом заболеваний гриппом были заморожены цены на противогриппозные и иммуномодулирующие препараты. В ближайшие полгода они меняться не будут.